Мне жаль, Клятус. Да чего его жалеть? Всем привет, дорогие друзья! В супергеройских фильмах на центральном месте всегда стоят противостояния главных героев против суперзлодеев, которые частенько заканчиваются жесткими расправами как над одними, так и над другими. В сегодняшнем выпуске вы увидите 40 персонажей, отправивших своих врагов к праотцам. И начнет у нас Тор, который уже в начале фильма «Мстители. Финал» показал свою жесткость. Спустя 3 недели после щелчка Таноса, который истребил половину вселенной, Мстители находят Титана и нападают. Тор сначала отрубает ему руку с перчаткой бесконечности, а после того, как выяснилось, что камней в ней нет и они не изведены до атомов, войдя во вкус, Тор неожиданно отрубает Таносу и голову. Что ты наделал? Голову ему снес. Альтрон. Во время финального сражения с Мстителями в Заковии Альтрон использует истребитель и начинает расстреливать всех подряд. А когда под обстрел попадают Соколиный Глаз с ребенком, Пьетро без раздумий жертвует собой, закрыв их своим телом. В итоге, хоть и случайно, но созданная программа для защиты мира убивает супергероя. Что зрение подводит? Кицилий. В фильме «Доктор Стрэндж» в очередном нападении Кицилий сходится со Стивеном и Мордо в зеркальном измерении, где связь с темным измерением даровала ему больше сил. Кицилию практически удалось одолеть обоих, но вмешалась древняя, однако ей не хватило сил противостоять ему и его зелотам. Кицилий протыкает ее пространственным осколком через одного из своих последователей, после чего сбрасывает древнюю с огромной высоты на землю. Главный противник Вечных Девиант Кро, который в одноименном фильме 2021 года убивает преданную Икарис Майя. Он сначала протыкает ее своими щупальцами, а затем, используя свою способность поглощения энергии, крадет силы Аяк. Позже Кро также убивает и поглощает силы Вечного Гильгамеша. Далее идут Стражи Галактики, которые общими усилиями с помощью Камня Силы убивают самого жесткого военачальника расы Кри и главного злодея фильма Ронана Обвинителя. Далее идет самый маленький супергерой Грут, который сделал большое дело. В фильме «Стражи Галактики 2» малыш бомбой убивает невероятно могущественное существо Целестиала Эго, который также оказался и отцом Звездного Лорда. Железный человек, который благодаря подсказке Питера Паркера одним выстрелом отправляет полетать в открытый космос члена Черного Ордена Эбони Мо. Главный верховный маг Земли, который в фильме «Доктор Стрэндж. Мультивселенная безумия» жестко убивает зловещего Стрэнджа, выбросив его из окна прямо на забор. Далее идет парочка Скотт Лэнг и Хоп Ван Дайн, которые совместными усилиями в фильме «Человек-муравей» и «Осака Вантамания» побеждают главного антагониста Канга Завоевателя, он же Натаниэль Ричардс, который был уменьшен и уничтожен своим собственным силовым ядром. Ванда Вижн. В фильме «Мстители. Эра Альтрона» главное механическое тело Альтрона убивает Ванда, вырвав его реактор, подобие сердца. Однако последнее тело Альтрона, а следовательно и его самого, убивает Вижн. Какая немыслимая наивность. Ну, я родился только вчера.
В финале фильма «Шазам. Ярость богов» была уничтожена главная суперзлодейка Калипсо. Туда же отправился ее питомец дракон Ладон. С ними с помощью волшебного посоха расправился Шазам. В фильме Flash 2023 года нам показали смерть альтернативной версии Фауры Ул. Ее убивает осколком брони Барри Аллен. Артур Карри, который в фильме «Аквамен и потерянное царство» в финальном сражении своим трезубцем убивает брата Атлана и могущественного суперзлодея Кардакса. Миротворец, который в своем сериале присоединился к отряду Аргус и боролся против паразитических бабочкообразных существ, захвативших человеческие тела по всему миру. Впервые с таким монстром Кристофер сошелся после знакомства с незнакомкой в баре, которая и оказалась женщиной-пришельцем, обладающей неимоверной силой и фантастическими боевыми навыками. В отчаянной схватке миротворцу удается одержать победу, активировав оружие Sonic Boom в своем шлеме, разорвав противницу на куски. В этом же сериале миротворец жестко расправляется со злодеем Белым Драконом, которым оказался его отец. После ожесточенной схватки, в которой также приняли участие Арлуша, Линчеватель и Джон, Кристофер Смит убивает своего отца выстрелом в голову. Ну давай, стреляй, сыкло дырявое, ведь тут я решаю, ты все равно не сможешь вырваться из... Далее идет супергерой, который вообще убивает больше, чем многие суперзлодеи. Это Дэдпул. В своем первом сольнике Уэйд после трансформации становится одержим местью Фрэнсису за свою внешность. В финале фильма он сходится с ним в схватке, после которой, несмотря на все уговоры колосса одуматься, Уэйд выстреливает Фрэнсису в лицо. Мы встаем в истинном свете. Какими сами себя... Тони Старк, который в фильме «Железный человек 3» жестко убивает правую руку Олдрича Киллена, Эрика Савина, обладающего сверхспособностями благодаря технологии «Экстремис». Он был послан на борт номер один в костюме «Железного патриота» для захвата президента. Но все карты ему спутал внезапно появившийся «Железный человек», который продырявил Савина своим грудным дуговым реактором, но, как оказалось, самого Тони там не было. Он дистанционно управлял броней. Высадили за поведение. Ну что, подавился грязный ублюдок? В сегодняшний список попадает и супергерой, который с детства всячески старался избегать насилия. Это Супермен. Однако убить ему все же пришлось. В финальном бою фильма «Человек из стали» Кларк сошелся с Зодом, который также овладел своими силами на Земле в полной мере. Но Супермен оказался сильнее. Проиграв схватку, генерал решает напоследок убить находившуюся рядом семью, чем вынуждает Кларка ради спасения людей пойти на убийство. Он жестко ломает Зоду шею. Не делай этого! Стой! Дракс, который во время битвы за Ксандр жестко убивает кибернетически усиленного карата-преследователя, вырвав часть его головы. Алая ведьма, которая во время сражения в Ваканде безжалостно убивает участницу Черного Ордена и жену Коруса Глэва Проксиму Полночную, забросив ее в гигантскую молотилку. Думсдей, который в финальном сражении фильма «Бэтмен против Супермена на заре справедливости» противостоял сразу нескольким супергероям в лице Бэтмена, Чудо-женщины и, конечно же, Супермена. Однако только Кларк с помощью криптонитового копья смог оказать достойное сопротивление. С последними силами Супермен пробивает грудь Думсдея, однако монстр, потерявший в бою руку, в ответ пронзает Супермена костью не до конца регенерировавшей руки, в результате чего Супермен также погибает.
Танос, который в фильме «Мстители. Война бесконечности» использует камень времени, чтобы перемотать время назад и воскресить уже убитого Ванды Вижена, для того, чтобы вновь его убить. Пробив своими пальцами голову андроида, Титан наконец собирает все камни бесконечности. Намек из фильма «Флэш» 2023 года. Здесь он является самым сильным воином генерала Друзода, который получил свою огромную силу, предположительно став продуктом смешения генов Криптонца с генами рондорского зверя. В отличие от своего коллеги Земли-1, который появился в фильме «Человек из стали», Намек сумел помочь Зоду победить его врагов и лично убил Бэтмена, которого сыграл Майкл Китон. Далее идет снова Танос, который все в том же фильме «Мстители. Война бесконечности» захватил корабль с асгардцами. А после того, как Халк так и не смог помочь, Титан убивает Локи, который решил сам попробовать расправиться с захватчиком с помощью обмана. Танос, благодаря перчатке, легко останавливает Локи и убивает его на глазах у брата. А затем он еще и наказывает Хеймдаля, который отправил побитого Халка на землю. Главный злодей фильма «Черный Адам» — демон Савок. В начале финального сражения в руинах дворца Актона Фейт создает магическое силовое поле, которое не позволяет Человеку-Ястребу, Циклону и Крушителю Атомов войти туда. После чего он в одиночку бьется с Савоком и в то же время использует астральную проекцию, чтобы освободить Адама из тюрьмы. Однако могущественный Савок довольно быстро убивает Фейта. Локи, который только начал вставать на путь супергероя. В фильме «Тор. Царство тьмы» он спасает своего брата, который не смог одолеть Алгрима Сильного, после чего он убивает его с помощью активированной на поясе монстра гранаты с черной дырой. Она создает миниатюрную гравитационную сингулярность, в которой и было раздавлено тело Курса. Далее идет Брюс Бэннер, который в фильме «Мстители. Война бесконечности», оказавшись без поддержки Зеленого, но в броне Халкбастер, побеждает и жестко убивает здорового Кула Обсидиана, которого он отправил полетать к защитному полю Ваканды. Оно-то его и уничтожило. Снова Супермен, который в альтернативной реальности перешел на сторону зла. А произошло это из-за смерти Лоис Лейн, в результате чего Супермен заразился уравнением антижизни, которое позволяет Дарксайду взять под контроль все живые существа. Впоследствии Кларк Кент обвинил Бэтмена в смерти Лоис и в конечном итоге убивает его за это, вырвав ему сердце. Она была для меня всем. Ты забрал ее у меня. Далее идет молодая копия Росомахи оружия X-24, который в фильме «Логан» стал последним противником легендарного когтястого мутанта. В финальной части фильма Росомаха, жертвуя собой, вступает в бой с невероятно сильным и живучим противником. Что и неудивительно, таким и был сам Логан в молодости. В итоге X-24 смертельно ранит Логана, насадив его на лежащее дерево. Однако за это сам клон получает адамантиевую пулю в голову от Лоры. Все мы помним жесткую групповую расправу от Лиги Справедливости из фильма Зака Снайдера. Здесь супергерои сошлись в финальном сражении с куда более устрашающей версией Степного Волка. Однако все равно итог оказался один, но куда более жесткий, чем в фильме 2017 года. Главный суперзлодей фильма сначала был проткнут трезубцем Аквамена, а потом и вовсе лишился головы от рук на вид хрупкой Дианы.
генерал Друзот из фильма «Флэш» 2023 года. Здесь он является практически копией своего коллеги Земли-1 из фильма «Человек из стали», только куда более удачливее, потому что он убил Супермена еще младенцем в капсуле, а в финальном сражении он победил и его двоюродную сестру Кару Зор-Эл, она же Супергерл, которая погибает после извлечения кодекса. Хрупкая на вид Фина из команды Вечных, которая жестко расправляется с главным врагом, могущественным девиантом Кро. Она неожиданно в два движения разрезала его на куски. Далее у нас идет Харли Квинн, которая уже покинула Лигу суперзлодеев DC. Она хоть и не в одиночку, но жестко расправляется с черной маской в своем сольнике «Хищные птицы». Здесь Роман похищает Кэс, а Харли преследует его до причала, где и развернулась финальная сцена. Готовясь убить девочку, Роман не ожидал, что Кэс выдернет чеку гранаты и засунет ее ему в карман. Харли тут же толкает черную маску в воду, и граната разрывает его на куски. Веном, который, как и Дэдпул, обожает убивать. Во втором фильме его главным противником становится Карнаж. Красный, как оказалось, заметно превосходит своего папашу по силе, поэтому довольно легко его побеждает. Однако благодаря Бэррисон, которая своим криком разъединяет Клетуса и симбиота, Веном пользуется ситуацией и сначала съедает дерзкого сынка, а затем и зверски убивает Клетуса своим излюбленным способом, откусывает ему голову. Я хотел быть твоим другом. Мне жаль, Клятус. Да чё его жалеть? Следом идет очень жесткий мутант Магнета, который в фильме «Люди Икс. Первый класс» еще был в команде своего друга Ксавьера. Здесь он наконец-то смог отомстить за смерть матери своему главному врагу и очень сильному мутанту Себастьяну Шоу. В финальном сражении, благодаря Чарльзу, который обездвижил Шоу, Эрик медленно, чтобы тот все прочувствовал, пропуская через голову своего заклятого врага ту же Рейхсмарку, которую Себастьян попросил его сдвинуть 18 лет назад. Черный Адам в своем сольном фильме убил главного антагониста аж дважды. Сначала Тед Адам убивает Измаила, который этого и ждал. А после того, как Измаил возродился, как могущественный демон Сабок, в финальном сражении Черный Адам разорвал его пополам. Дарксайд, за которым в альтернативной реальности с помощью куба понаблюдал Киборг. В его видении мы видим, как Земля превращается в безжизненную пустошь, а злодей Дарксайд убил сначала Чудо-женщину, которую сжигают на погребальном костре, а затем и Аквамена вместе с его учителем Волка. Ну и заканчивается это все полным повиновением Супермена Тирана. Далее идет съехавшая с катушек Ванда, которая в фильме «Доктор Стрэндж. Мультивселенная безумия» становится главной злодейкой. Здесь ей завладела книга грехов Даркхолд, хранящая в себе знания преимущественно темной магии. После этого Алая Ведьма с помощью магии Вундагора проникает в тело своей версии Земли 838 и атакует штаб-квартиру иллюминатов, которые самонадеянно решили, что легко справиться с ведьмой. Но в итоге Ванда зверски убивает Черного Грома, Рида Ричардса, Пегги Картер и Марии Рамбо, оставив напоследок еще и Ксавьера.
Но всех в сегодняшнем выпуске, естественно, переплюнул безумный Танос. После того, как Титан завладел всеми пятью камнями бесконечности, он воплотил в жизнь свою главную цель. Одним щелчком уничтожил половину вселенной, а вместе с ней и кучу различных супергероев. Только из Мстителей разом погибли Питер Паркер, Ванда, Чала, Сокол, Зимний Солдат, Доктор Стрэндж и многие другие, а также почти все Стражи Галактики. Ну-ка, не умирать. Нет, 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 нет! Грут! Грут! По-другому не могло быть. Господи.